Так, друзья, вторая серия. Вот они, обрезанная предпродажная подготовка. Готова. Так. И вот в таком виде они поедут в Абакан. Значит, тут что? Где-то удалось такой ком земли прихватить, где-то голые корни. Они еще маленькие, а и это корневые отводки. У них корни настолько на первый год несовершенны. Дали мощь метровой кроны. А сами корни там, мягко говоря, мало. Это корневые, ой, я оговорился, не корневые отводки, а это вегетативные корни. То есть они выросли из ничего. То есть в нижней части небольших побегов, которые были укоренены в июле прошлого года. Так, с этим понятно. А теперь пойдем знакомиться и с хозяином этого будущего богатства. Подчеркиваю. Шелковица, самое востокое в мире, это богатство. Отсюда не видно, где растет материнское дерево. Вот, но я его показывал много-много раз. Кстати, люблю поговорить. Неукоренной персик, видели, хасанский. Правда, привитый на сливу. Никакие морозы, никакой северный ветер, ветер север там, ему не страшны. Почему? Потому что есть несколько причин. Правильно, особое по железу и это прививка и много-много чего я уже про нее наговорил. Это по случаю, это же те же самые. Им уже, Юля, мы с тобой садили их весной прошлого года. Вот они такие. И я заметил, поздравляю, на них есть цветочные почки. А что я сейчас делаю? Вот этого товарища, вот, улыбается, вот. Соблазняю. Он приехал за шелковицами. Юля, он ничего больше не берет? О, что, это, скажи до свидания. Ничего не... А? Ну, я могу позволить себе поерничать. Вот они, цветочные почки. Спросите любого специалиста. Вот они. Вот. Вот они. Вот они, видите. Так, идем дальше. А им всего 2 года. Какие 2? 1.5 от посадки. Теперь так. Значит, сейчас я вас должен подсказать, как обращаться к шелковице. Итак, самое высокое в мире дерево. Вот. От птиц спасать. Я показывал, детские есть вот эти. Вроде помогло в этом году это. Птицы не тронули. Когда я вот эту вертушку повесил. Может, совпадение, не знаю. Так, теперь. Отрезали по половину шелковицы. Почему? Корни или голые, или с небольшим комом земли. Не держат, пока они же эти. Вот. Даже персики, вот они, да, где я положил. Я пересаживаю персики. Хотя они из косточки, все равно не держат ком земли. А уж я себе это не враг, правильно? Теперь, что еще не сказал? Отрезав вот эти ветки, вот эти ветки, Юля, ты отрезала, ты держи, им нет цены. Значит, это в настойке, это лекарство от диабета, снижение сахара в крови. Вот, поэтому это не шутки, если у вас есть родственники, а у нас диабетом болеют миллионы, значит, пожалуйста, это не в костер, это не выбрасывать. Это им вручить, и пусть сейчас спасибо скажут за то, что в такую даль ехали, вот, за 100 километров. Теперь так, еще набегу. А, посадка. Если я персики сажаю вот так, вот этот я садил вчера, видите, какая обрезка сильная? Садил наклонно, потому что вон они прямые, без наклона, 4-метровые, вот отсюда видно, вон они. 1, 2, 3, так? Высота 4 метра, или, а тут даже 5. Вот, неукрытая. То страховой фонд, есть такое слово, страховой фонд, это пусть растут наклонно, и всю жизнь им расти наклонно. Он будет стремиться вверх, вот тут будет выбрасывать вертикальные ветки, а вы их прижимаете, он опять прижимать. Значит, шелковица это не относится, почему? Да, закончу. Значит, только сейчас, 5 минут назад, я присыпал корни вот этой шелковицы. Юля, иди сюда, обрежь.
Вот, покажи. Ты же моя ученица, секатор. А, тогда не ходи, покажем пальцем. Значит, вот примерно вот здесь вот, ровно половина. Когда в горшке я отрезаю одну треть, сейчас садить вовремя, потому что, как ни странно, прошел дождь, даже не ожидали. Значит, лучшее время, когда тучи перед дождем. Теперь вот так отрежем и замажем торец, пожалуй, все. То же самое предстоит вам сделать, так? Но здесь у меня нет подходящего вертикального. Вы сказали, что вы в поселке Подсинье. Значит, два места в Абакане считаются лучшими для садоводства. Скажите, сколько у вас метров до Енисея? До Енисея далеко, там Подсиневские дачи, гора, вот такой склон. Ну-ну. Северо-западный, что ли, какой-то такой. Ну, там нормально растет все. Так вот именно. Поэтому вы уже попробуйте вырастить вертикально. Вот. И это ваш шанс. То есть вам не обязательно. Это персики, если вот сейчас вдруг соблазнитесь, и она вам продаст персик, то тогда вам придется садить, наверное, все-таки вот так. Хотя Подсинье славится своим климатом. Там у десятка, если не сотен людей, растут абрикосы, плодоносят, в том числе мои, и байкаловские, и ни один не замерзает. Знаете это, да? Так, с этим поговорили. И, наверное, все. Итак, вы купили. Дальше рекламирую Юлию Сергеевну. Значит, она вам продала 6 штук по 1000 рублей. Вот. Считайте, что она вам подарила, потому что это самый растущий в мире персик. Ой, этот шелковица. И ей равных нет на всей планете. Вот. А это штучное изделие. Сколько у тебя их всего? 2-3 десятка? 3 десятка. Вот. Ну что, желаю удачи. Просьба подойти, я вас сфотографирую. Юлю, вас и это, и этот самый. А пока, ну что, улыбнитесь, вас снимает скрытая камера.